Я вас категорически приветствую на земле Казахстана. Сегодня хочу показать третий способ, как заглушить трубу. В принципе, в предыдущем ролике я показал этот способ. Единственное различие, что там будет заглушка не в утор, а просто плоская. Вот. Ну, рассказал, показал в прошлом ролике. Сегодня визуализируем. Поехали. Буду использовать ролики толщиной 6 миллиметров, да, радиус 3 миллиметра. Ролик так выставлен относительно упорной вот этой плиты, чтобы было здесь миллиметров 5 от плиты до края вот этой канавки. Поехали, катаем. Также вовнутрь делаем зиг. Вот такой вот должен получиться бортик шириной, ну, миллиметров 5. Чем меньше вот этот будет бортик, тем будет легче завалить его. Ну, также надо учитывать, чтобы при осадке, чтобы заглушка не выскочила. Вот миллиметров 5 будет, 4-5 достаточно. Вот так вот вырезали заглушку, да, в данном случае диаметр 100, заглушка диаметром 100, так плотненько вставляется, и теперь сваливаем вот эту вот отбортовочку на заглушку. Вот так вот подсвалили. И теперь здесь два варианта. Либо повешать направку вот сюда, вот в этот зиг, и осадить до конца. Тогда будет, останется вот этот зиг, ну, не знаю, для каких-нибудь целей. Либо осадить полностью вот этот зиг. Ну, что мы сейчас и сделаем. Так. Вот так вот осадили. А вот эти вот недоделки на оправке, на круглой это делаем. Ну, вот так вот выровняли вот эти все неровности. И вот так вот, так зига не видно. Изнутри вот так вот все это смотрится. Вот такой вот еще один способ. Кому полезно, пожалуйста, пользуйтесь.
Всем успехов, ну и мира. Счастливо.